У дні вясновых канікулаў Гомельскі абласны драматычны тэатр запрашае на свае пастаноўкі юных гледачоў. З 27 па 31 сакавіка тут адбудуцца спектаклі для дзяцей у рамках праекта «У гасцях у казкі». Дарэчы, на гэтым тыдні артысты Абдрамтэатра чакаюць у сваіх сценах і гледачоў узроставай катэгорыі 18+. Для іх 30 сакавіка пройдзе прэм'ера спектакля «Ваша сястра і палонніца». Падрабязнасці у Веранікі Варашылінай. Спектакль «Ваша сестра и полоница» – это мистичная детективная история про двух родностных душ, которые при этом полные сопротивленности. Одной сестры дадено все – прихожусь, молодость, мужчинское обожание. Другой – у додаток до высокой посады, особистая нелодкованность и множество внутренних проблем. На сцене разгорнится драматичная история любови и ненависти, пристойности и вседозволенности, человеческой одиноты и здрады. Однако при этом она будет уособлена с элементами комедии. Это историчная драма, у которой нема докладных дат и подей, а атмосфера минулой эпохи подтримана яркими костюмами и декорациями, музычными и танцевальными партиями. Перепитые лёсу уголовных героев премьерного спектакля «Ваша сестра и полоница» задают немало пытаний, которые помогут глядачам разобраться у своих особистых почутях и жаданиях. Постановка закликает задуматься об тем, что мацнее кахание, те гроши и улада, и махчима отказать на отвечное пытание, у чем заключается счастье. Театральная идея не мкнется трымать публику на пружине на протягу усяго спектакля. Замечательный советский еще режиссер Андрей Гончаров говорил, что вот спектакль должна быть телеграмма в зрительный зал, который попадает на обнаженный нерв общества. Если есть такая какая-то вот такая вольтова дуга, которая возникает между публикой и сценой, то тогда это интересно смотреть. То есть люди смотрят про то, когда про них. Это напряженное действие, я полагаю, что будет держать внимание. Так что приходите. Дарэчы, на гэтым тыдні Гомельскі абласны драматычны тэатр запрашае на свае спектаклі і юных аматараў. У дні вясновых канікулаў з 27 па 31 сакавіка тут будуць паказаны пастаноўкі для дзяцей у рамках праекта «У гасцях у казкі». Юных гледачоў чакаюць вясёлыя і пазнавальныя спектаклі «Лятучы карабель», «Краіна пакінутых цацак», «Пунцовенькая кветачка», «Не хачу быць сабакам» і «Старамодныя цуды». Приглашаем вас посетить нашу программу «В гостях у сказки». В течение недели ребятам будут показаны самые интересные, самые лучшие сказки для разного школьного возраста. Также готовится масса сюрпризов. Ждем вас в нашем театре. Між тым, вельмі насычаная і цікавая праграма Гомельскага абласнога драматычнага тэатра і на красавік. З 19 па 21 красавіка ён правядзе абменныя гастролі з Арлоўскім дзяржаўным тэатрам для дзяцей і моладзі «Свабодная прастора». У выкананні запрошаных артыстаў гомельскіх гледачоў чакае сямейная казка «Афрыка», камедыя «Вясёлыя жонкі Вінзара», рамантычны мюзікл «Людзі Ла-Маншы», музычны дэтэктыў «Пастка». 22 красавіка на сцэне Абдрамтэатра адбудзецца спектакль «Іронія кахання» ці «Інтым». Комедия. У постановцы будут заняты московские зорки театра и кино. С гэтыми и іншими цікавыми творчими проектами от Абдрамтэатра мы будем вас поступово знайомить. Вероника Варашилина, Василий Сипцов, телерадиокомпания «Гомель».